Рубрика «Террористы восстановили» по состоянию на 19 апреля 2015 года. Луганск. 14 апреля. В Луганской Народной Республике открыты уже 55 отделений Государственного банка в городе Луганске и в районах республики. В среднем открывается 1-2 отделения в день. 17 апреля. Представители Федерации профсоюзов ЛНР вышли на запланированный субботник, который проходил в Луганском парке 1 мая. В ходе субботника его участники убрали накопившийся за зиму мусор, сухие ветки, сорную траву, подмели многочисленные дорожки парка. Аналогичные мероприятия состоялись в Краснодоне и Ровеньках. В них приняло участие большое количество местных жителей. Для социально незащищенных слоев населения республики начат выпуск социального хлеба. Его стоимость составляет 3 гривны или 6 российских рублей. В случае необходимости объем выпечки социального хлеба может быть увеличен на 5 тонн ежесуточно. Сегодня эта продукция реализуется в 127 населенных пунктах по всей республике. Посевная кампания в ЛНР практически завершена. Сев ранних зерновых осуществлен на 97% посевных площадей. Сельхозпредприятия уже получают семена для позднего сева. 18 апреля. Возле здания Дома правительства состоялась торжественная установка копии колокола Победы. Он является копией 20-тонного колокола Победы, отлитого в Московском Свято-Даниловском монастыре в Москве к 70-летию Великой Победы. Зугрес. 18 апреля. В Зугресе прошла концертно-развлекательная программа «Молодая весна». Ее инициаторами выступили городские отделения общественного движения «Донецкая республика» и общественной организации «Молодая республика», а также молодежный клуб современного танца «Орион». Программа «Молодая весна» началась выступлениями артистов Дворца культуры «Зуевская ЭТЭЦ», а в финале состоялся флешмоб. Участники клуба «Орион» вместе с другими юношами и девушками, членами городского отделения «Молодая республика», исполнили сложную танцевальную композицию под аккомпанемент патриотических песен. Кроме танцоров, в этой композиции приняли участие и байкеры. Ясиноватая. 15 апреля. Проведены восстановительные работы в общеобразовательной школе номер 1 и в детсаду номер 11 «Золотые зернышки», в детсаду номер 7 «Березка». Выполнен ремонт кровли, повреждений фасада и полностью заменено остекление. Работы проводились силами педагогического коллектива, родителей, волонтеров и восстановительных бригад Центра управления восстановлением ДНР. Донецк. 14 апреля. Власти ДНР уже восстановили 27 из 37 мостов на территории республики, разрушенных в результате боев и диверсий. По остальным 10 мостам проводится комиссионное обследование. 15 апреля. Коммунальные службы начали подготовку города к предстоящим майским праздникам. Повсеместно проводятся городские субботники и благоустройство всех уголков нашего города. Коммунальное предприятие «Ритуальная служба города Донецка» приводит в порядок городские памятники культуры и при необходимости проводит ремонтно-восстановительные мероприятия. Все работы проводятся в плановом режиме, и уже к наступлению праздничных дней все намеренные работы планируется завершить. 17 апреля. 17 и 18 апреля в Донецке в ходе мероприятий, посвященных Всемирному дню цирка, прошли большие праздничные представления. На манеже цирка «Космос» выступили цирковые коллективы и студии из Горловки, Макеевки, Донецка, Тореза, Тельманова и Старобешева, а также конно-спортивный клуб «Татерсаль». 18 апреля. Сельскохозяйственные предприятия ДНР засеяли 3/4 зерна и ранних яровых культур. До конца текущего месяца основные работы будут закончены. Осталось засеять подсолнечник, кукурузу и овощи. На сегодняшний день аграрии начали подготовку к высадке картофеля, который был ранее доставлен гуманитарным конвоем из Российской Федерации, и овощных культур. 18 апреля в Донецке стартовал двухдневный открытый чемпионат ДНР по карате, посвященный 70-летию Великой Победы в рамках международного фестиваля единоборств «Дети за мир». Слоганом фестиваля стала цитата великого классика Льва Толстого: «Зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что с тех пор, как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие «Мир вам». Отметим, что сборная команда ДНР по карате примет участие в чемпионате мира по EJKA, который пройдет 31 мая в Турции.
18 апреля в Донецке на тренировочном поле стадиона «Шахтер» прошла первая футбольная встреча команд Донецкой Народной Республики в рамках турнира на Кубок памяти легендарного нападающего Виталия Старухина. На поле встретились спортсмены ФК «Юные Новороссы» и ФК «Моспина». 19 апреля. В Донецке, несмотря на канонаду, начали высаживать розы. Всего планируется высадить 50 тысяч кустов роз. Горловка. 16 апреля. Началась регистрация граждан, которые получают страховые выплаты по потере трудоспособности – регресс. Регистрации подлежат граждане, которые не переводили свои выплаты в Украину. Также 16 апреля началась регистрация предприятий и предпринимателей, которые используют наемный труд. Регистрации подлежат все юридические и физические лица – предприниматели, использующие наемный труд, которые находятся на территории города. Енакиево. 14 апреля. ООО «Енакиевская АТП» информирует пассажиров об открытии маршрута Дебальцево-Славянск через Енакиево, Горловку, Артемовск, Славянск. Билеты в кассе автостанции. Однако проезд строго с пропусками сектора С. Новоазовск. 17 апреля в городе состоялось открытие восстановленного памятника Ленину. На центральной площади города возле здания районной администрации для участия в торжественном митинге собрались жители Новоазовска и делегации из других городов ДНР. Памятник был разрушен в августе прошлого года националистическими экстремистами. Сразу же после освобождения Новоазовска армии ДНР активисты выступили с инициативой восстановления памятника. Инициатива была поддержана жителями города, которые вносили добровольные пожертвования в фонд восстановления памятника. Финансовую поддержку оказали также местные предприниматели. Тельманово. 16 апреля. Во Дворце культуры поселка городского типа Тельманово прошло экс-эстрадно-цирковое представление для жителей. Оно было приурочено к наступающему Всемирному дню цирка. В Тельманово давно сильны цирковые традиции. Здесь с 1982 года действует эстрадно-цирковой коллектив «Арабески», в котором обучаются цирковому мастерству дети, начиная с 6 лет. Среди воспитанников этого коллектива есть известные во всем цирковом мире планеты мастера. Александр Кобликов становился победителем конкурса циркового мастерства в Монте-Карло, как единственный жонглер, жонглирующий сразу 14 шарами. Все эти годы арабесками руководит Валентин Миник. В цирковой студии занимаются 80 человек. Коллектив на протяжении всего этого времени никогда не прекращал свою работу, несмотря на обстрелы Тельманова со стороны ВСУ. Это был выпуск рубрики «Террористы восстановили» от 19 апреля 2015 года.